написан в соответствии с законами Республики Абхазия. И, конечно, сегодня я думаю, что работа, дальше, я считаю, что устав достаточно хорошо проработан, чтобы его принять сегодня. И дальше стартовать нашу деятельность. Всегда эфирирует и любовь все свои фальшивые реальные налоговые. Я все свои персонажи Рустола Камихала Сазарана Юрьевича. Артистичної резина Сарункара Мерфера і Грума Фатока Гамма. Являючи рахатком, артистичну порядку, яка конгрес, ролику, а ти харкушами на голову. Мені кажеться, що главна ідея, главна задача Абхазского российского народу нашого, наша задача і всіх діаспор, не тільки, як вони проживають в Росії, а й в Турції, где угодно, это абхазское государство. У нас уникальный шанс, как получилось, что ромные народы, у них есть своя национальная самобытность, у них нет государства. У нас государство есть. И, конечно, главная задача любой организации, общественной, политической и духовной, правительства, и прямая задача руководства республики — это развитие этого проекта и сохранить его. Господу, Хантан, Политиковый Хайхочу, Хантан, Федерация, 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 я аз сфотос хубаво любил слава реал. Нас авам хора за анапомитета кунха, кунха, а не штиял хауайкла министра, а министра хану, куан хора. Уба тизи гибрия за хуа, пахам хор гибрия за усо вай алан. چون یاد ولت حواج دار، هر خم پدر احتخویو، عوض رو احتخو، خرتنیا آب حواج دار، تقل زاش چه زمادیاس خورش، وی زهان عوض دوات ولتو، وی حکوی، عوض تا یه نو، اکانلا پکانملا پوی، یزیگی منفعل نیا نزدی یه نام صلاح. Я ну зам целого гепса зам. Прежде всего я хочу всех поздравить с тем, что мы двинулись с места. И решения, которые были приняты в декабре месяце, о том, чтобы продолжить нашу работу через 2-3 месяца, они выполнены. Вот вы видите, сколько людей собралось. Опять из очень многих стран мира люди приехали. Все те вопросы, которые обсуждались на первом съезде, который был у нас в декабре, они, значит, получили развитие вот на этой встрече сегодняшней. Я имею в виду прежде всего новую редакцию устава, которая требовала доработки, о чем мы говорили в прошлый раз. И это решение выполнено. Устав на сегодняшний день максимально адаптирован к текущим реалиям. Кроме того, устав немножко
дополняет тот инструментарий, который был сформирован 25 лет назад, но учитывая различные возможности сегодня, которые предоставляются нам современными технологиями. Кроме того, основные посылы сохранились и в новой редакции устава, но были дополнены действительно теми вызовами и задачами, с которыми и сегодня, с которыми продолжает сталкиваться наш народ, и новые, которые формируются, учитывая текущие реалии.